Сборник открывает счет в этой встрече. Что же он устроил? Как он нырнул к этому мячу? Ну, это действительно здорово. Шиник. Соколов будет делать передачу. Дает штангу. Нужно замыкать. И 1-0. Шинник открывает счет в этой встрече. Какую же классную передачу Соколов сделал с правого фланга. Высматривал пару секунд. Вы посмотрите. Раз. Обокрал здесь незабудимо мяч. Пас на Соколова. Соколов посмотрел. Подача в штрафную площадь. Голкипер играет. А вот так, если в перекладину по данной встрече. А еще разочек. А вот так. 2-2. 87-я минута. Это ли не выход Баркова? Это Барков. Какая суматоха и суета была сейчас. Соскочил, тут пробивал уже, казалось бы, наверняка в ближний верхом. И вот очередной удар, и мяч в сетке. Мераби Уридия сравнивает счет в этой встрече ударом головы. Он же не высок. Ай, хороша передача, и какой удар! Какое завершение! Это просто блеск. Николай Гергобиани. Что же он устроил? Как он нырнул к этому мячу? Теперь они уже меняют акцент атаки. Или нет, не меняют. Через центр решили атаковать. Я думаю, что мяч все-таки уйдет направо. Удар по воротам. Ух, какой ударище-то фантастический. Какой гол мы сейчас с вами увидели.